Антон и Алина вместе уже 8 лет. Свои личные взаимоотношения ребята держат в секрете, а вот их профессиональный дуэт давно стал публичным. Познакомились в институте, стали играть в КВН. Сначала вдвоем, а потом уже в составе команды «Кембридж». Объездив все близлежащие города, отправились на сочинский фестиваль. Но после 2 лет выступлений в высшей лиге КВН решили завершить этот этап и перейти на новый уровень. Знакомьтесь, резиденты Comedy Club Region Style, дуэт Антон Аткин и Алина Борисова. Смотрели мы, да, но мы как бы когда-то, конечно, там хотели, мечтали попасть туда, но мы еще в сам Comedy Club на ТНТ не попали, хотя снимались уже в проектах в его. Вот. Что? Ты не продолжаешь мою цепочку? Я забыла вопрос. Я тоже. За годы выступлений КВНщики из Новокузнецка собрали столько наград, что сходу и не сосчитаешь. 2 чемпионы сочной лиги, кубки, медали и номинации в лигах Москвы и Подмосковья, победители Кубка Вицина в Красноярске. Ну и, конечно же, высшая лига клуба веселых и находчивых. А у тебя отца не Вовка зовут? Нет. А как? Сергей. Сергей, что-то знакомое. Сергей, сейчас. Мужчина, вам поговорить не с кем, что ли? Да вы знаете, я как свой депутатский мандат сдал, вообще жизнь странная началась какая-то. Сколько бы Антон с Алиной не выходили на сцену, с каждым разом юмористы становятся все более требовательны к себе. Хочется больше краситься. Поменять прическу, может быть, или одежду какую-то. Как-то подправлять волосы не так. Ой, а здесь можно было и попонятнее сказать. Да, и погромче, и как-то плохо отыграл. Вот, как очень самокритичный. А вот эта шутка вообще какая-то не смешная. Да, нет такого восхищения какого-то, ничего себе, это я. Переход в Comedy Club Region Style не поставил точку на КВНе. Антон и Алина, несмотря на плотный график выступлений, находят время передать свои знания молодым командам. С ними всегда приятно общаться, всегда на позитиве, всегда весело, местами очень смешно. Вот. Ну и в плане работы ребята профессионалы своего дела. Ну и, естественно, стремятся все к более высоким целям. Оценить творчество дуэта Антон Аткин и Алина Борисова теперь смогут все кузбассовцы. Премьера Comedy Club Region Style стартует 12 апреля. Каждую субботу в 7 часов вечера вы сможете наслаждаться искрометными шутками резидентов юмора только на телеканале «Мой город». Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.